надо было вас послушать. Но я хотела доказать, что я хороший садовод, хоть я и не ходила в клуб. Не переживай, Олег. Есть идеи? Я слушаю, без шуток. Думай, думай. Эти семена повсюду вокруг нас. О! Они летят туда, куда дует ветер. Стоп! Это отличная идея! Куда дует ветер? Надо сделать так, чтобы ветер дул в нужном направлении. Я знаю, что делать, но только мне понадобится ваша помощь. Каков план? Идем со мной! Настало время героев! Готов, Гекко? Пора уже начать операцию «Ветер». Готов, Кэтбой? Готов! А? Суперсовиный ветер! Они все здесь! Серьезно? Я еще выращу! Помнишь твою идею? Земные растения любят воду и свет. Может, это лунный сорняк не любит? Есть! Не смей входить в штаб, лунная девочка! Когда откроется этот люк, ваш штаб станет моим! Не подходить! Или комиксу конец! Кыш! Кыш! Отличная работа! Кэтбой, Олег, вот и лёг заблокировал люк! Он не закрывается! Не дайте им попасть внутрь! Ха-ха! Не так быстро, лунная девочка! Совиный ветер! Ага! У меня ваш драгоценный комикс! Если он вам действительно так дорог, не пытайтесь меня остановить! Ну ты подумай, а? А! Ну кто им управляет? Это я! Молодец, Гекко! Кэтбой, помоги, Олег! А я разберусь с лунной девочкой! Кыш! Кыш! Ну все, вы сами напросились! Попрощайтесь с комиксом! Нет! Кошачий прыжок! Ой! О нет, ты слишком тяжелый! Я тебя не удержу! Спасибо, Гекко! Не за что! Неплохо! Вот только теперь люк ничем не защищен! Опять вы на мою удочку попались! Ты забыла о Гекко! Выпусти меня, гадкая ящерица! Только когда я закрою люк штаба! Теперь ты свободна! Есть! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать. Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Олет! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О нет, я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! А, что говоришь, Гекко? О,
Ты говоришь, что настало время героев! Мечтать не вредно, ящерица! О-ха-ха! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами! Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? А? Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка Ниндзялина. Я очень благодарен тебе за помощь. А! Мы должны всегда помогать тем, кто в беде. Прости. Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб. А? Никогда. А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя. Ты никогда не захватишь наш штаб. Я, Кэтбой, остановлю тебя. А, так это ты освободил этого гадкого котенка, верно? Кошачий суперпрыжок! Ты водишь! О, глупый Ниндзялино! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький Ниндзялино! Ха! Ха-ха! Кошачья суперскорость! Вот так! О, так нечестно! Вы, герои в масках, вечно рушите мои планы! Кэтбой, что ты делаешь? Помогаю! Герои помогают всем, даже ночному ниндзя! О, да, полагаю, ты прав, крошка Ниндзялино. Я должен вас поблагодарить. Идем, Ниндзялино. А? Полагаю, это значит пока. Нет! Поймала Гекко. Что? Нет, этот торт мой! Итак, ночной ниндзя проиграл. Думаю, он расстроился. Ты рисковал тортом Гекко. Но все хорошо. К тому же у нас шарики с учителем Фангом. Ты что, не слушал меня? Тема моей вечеринки – ящерицы. Ой, да ладно тебе, Гекко. Уверен, ты передумаешь насчет них. А? Торт в стиле учителя Фанга. Я очень хотел торт-ящерицу. Но вместо него мне достался этот. Вы не хотите поменяться? Ни за что! Эй! Да, давай меняться! Нет! Торт учителя Фанга? Да, он просто потрясающий! Да, он вас поразит, особенно если нажать здесь. А? Что происходит? О, это не обычный торт, это липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Да, и когда зажгутся все эти лампочки, здесь все будет забрызгано кремом. Вы не сможете очиститься от этой липкой массы. Впредь будете знать, как портить мой праздник. Если все прилипнут, то никто из нас не придет на вечеринку Гекко. Прости меня, Гекко. Это все из-за меня. Я совершил небольшую ошибку, но знаю, как все исправить. Настало время героев. Да! Ах, самое время задуть свечи. А? Что это за шум? Помните, кто первый победил? Я победил! Что задумали эти глупые герои? Стойте, это что, какая-то игра? Ну же, еще один раунд! Есть! Сейчас сядем. Аккуратно. Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках!
кончена, лунная девочка. Да, твой луноборт у нас. Ты не сможешь подарки красть. О, значит, у меня не будет настоящего Рождества. Я буду одна его встречать. Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам. Поможешь? Мы встретим Рождество вместе. Что скажешь? Ну что ж, давайте. Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Кстати, ты неплохо овладел лунобордом, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Взять их, роботы! Время действовать, герои! Вы должны мне помочь! Кошачья суперскорость! Победить Ромео вам будет веселее с суперсилами! А Майя превращается... В Олет! Грег превращается... В Гекко! Герои в масках! Нужно добраться до суперкомпьютера! Если его остановить, то остановятся и роботы. За дело! А? Помоги остальным роботам, робокот! Нет! Только нет! Кто из вас настоящий Гекко и Олет? Я настоящий Олет! Я настоящий Гекко! Я... Нет, я... Что теперь, милый котеночек? Ты не можешь их отличить? Да, у твоих роботов есть суперсилы, но они не такие дружные. Олет, Гекко, ловите! Да, удар с переворотом! Быстрое вращение! Видишь, Ромео, я могу отличить своих друзей. Готовы к особым приемам? Да! Одна идея. О, что это за жуткий запах? Запах сыра точно должен заставить его покинуть музей. Уж я надеюсь, а то я так долго не продержусь. Это какой-то ужас! Надо на воздух! Ромео только что вышел. Гекко, постой! Теперь ты попался, Ромео! Что? Я так не думаю. Согласно прогнозам, сегодня свободные остатки. А, супер-пупер отвратительный спрей? Гекко, все в порядке? А теперь супер-пупер гадкий запах. Гекко, попробуем другой
способ. Беготня за Ромео явно не помогает. Да, мы должны выманить Ромео из музея, а самим зайти внутрь и забрать большой ящик зла, пока он не доделан. Вы слегка опоздали, герои в масках. Я доделал свой большой ящик зла. Та-дам! Ой-ой. Отойдите от него! Он мой! Давайте уложим Кэмерона в постель. Знаю! Пусть он идет по запаху. Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет. Помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Поп-звезды. Это украсит выступление. Поп-звезда, поп-звезда! Эй, а куда это все подевались? Идем, ниндзя Лино, я спою в другом зале. Намного лучше. Мне жаль, я ничего не боялся. Но когда я думаю о завтрашнем концерте, мне становится страшно. Не переживай, Кэтбой. Ну а что теперь? Похоже, концерта не будет. Стойте! У меня появилась идея. О-о-о! Вот здесь мне нравится. Да начнется шоу! Ладно, если я привяжу инструменты к концу этой веревки, Олец сможет поднять веревку, а ты их притянешь. Замечательная идея! Я смогу притянуть их с помощью суперзацепки! Звезда! Настоящая поп-звезда! Поверить не могу, что он считает себя поп-звездой. Мы на завтрашнем концерте выступим намного лучше. Мы? В концерте? Ты привязал все инструменты? Думаю, да. Тогда я скажу Гекку, чтоб тянул. Ой-ой! Жаль, что мы не выполнили движение. Понимаю. Ты был прав, Кэтбой. Я переживала, что все перепутаю. Но мы бы тебе помогли! Я слишком стеснялась. Знаешь что? Я уверен, что у тебя еще все получится. Эти линии повсюду. Тут так запутано. Мы кое о чем позабыли. Об этом! А?
Когда будем на позициях, мы подадим знак. Тогда выполняй свое колесо. Боюсь, что у нас не получится. Мы должны приблизиться к нему незаметно. Он не заметит. Я вам верю, ребята. Выполним это движение. Время быть героями! Суперпоезд, делай свое дело! Ромео Виль, приходит твое время! Огонь! Эй, Ромео! Прости, но ты опоздал, котенок! Этот мир мой! Оглянись, Ромео! Ящерица? Лучше бы вы подошли все сразу! Не пришлось бы снова объяснять! Вы опоздали! Что за знаки вы показываете? Летящее колесо! Как раз вовремя! Мы вернулись! Все сразу! Ты проиграл, Ромео! Нет! Хочу пускать газ. Ой. Кэтбой! У меня уже лучше выходит. Нет, не лучше! Каждый раз, когда ты... Что ты делаешь, мерзкий котенок? Кэтбой, дай мне использовать прыгодозер! Я смогу Ромео остановить! Нет, Гекко! Только я! Кэтбой! Ладно... Если нельзя использовать прыгодозер, я использую реактивный ранец. Нет, Гекко, будь осторожен. Этот ранец очень опасен. Смотри, не сломай мой ранец, летающий ящер. О, нет, Гекко может пострадать. Надо было дать ему прыгодозер. Кэтбой, на помощь! Спокойно, Олет, я тебе помогу. Наконец, совиные крылья. Ой! Этим ранцем непросто. Берегитесь! Ха! Наконец-то реактивный ранец мой! Теперь я могу захватить весь мир! Так, что же мне использовать? Слизимет? Или, может, пальцетык? А, стоп! Я же хотел применить пушку-загазушку! Я просто гений! И что теперь будем делать? Есть одна идея! А какой холод! Неудачно получилось! Две маленьких ледышки на дорожке лежат! Две маленьких ледышки от холода дрожат! Гекко, у меня есть план! Ага! Постой, у меня есть план получше! Ящерки в ящике! Если бы я отстоял свой собственный план, использовал свою суперспособность, настало время героев! Суперзахват! У меня есть свой план! Вы можете помочь, разбив как можно больше ледяных дорожек. Сыграем в ледяной пинбол! А? Эй, его план может сработать! Вперед! Время крушить лед! А? Эти ледышки разбивают мой чудесный ледяной аттракцион! У меня осталась лишь одна дорога! Сейчас я покажу Ромео, как надо по льду бегать! Суперзахват! Привет, Ромео! У меня есть суперзахват, так что я лучше перемещаюсь по льду! Чепуха! Мои сани сделал гений! Я! Поэтому вам, маленьким, глупеньким олухом, его в жизни не обогнать! Посмотрим! Вперед, Гекко! Меня не поймаешь!
могу использовать зацепки, чтобы подняться в воздух. Всегда есть иной способ решить проблему. Время быть героем! Суперзацепки ящерицы! Ха! Вот ты где! Ловко! Но ты не сможешь убегать вечно! Считаешь себя умным, верно? Твое везение скоро закончится! Ты молодец, Гекко! Но как мы сможем отключить машину Ромео? Не волнуйтесь, я знаю, как решить и эту проблему! Продолжай прыгать, ящерица! Но тебе не сбежать от моей антигравитационной машины! Ну, конечно! Вот что я все это время искал! Вот ты и попался! Этот щит слишком мал и не защитит тебя! Да, но я буду им защищаться! Я использую его как зеркало! Эй, Ромео! Да ты даже и в упор не сможешь в меня попасть! В яблочко! Нет! Моя антигравитационная машина! Вернись! Давай, Гекко! Хватай ее! Нет! Да! Переключи ее, Кэтбой! Пришла пора всем вещам опуститься на землю! Но дела у нас идут плохо. Нам нужно что-то сделать! И я знаю, что. Мне придется полететь за ракетой. Без этого планшета. Но даже ты не можешь летать так быстро! О, нет, я могу. Время быть героем! Супермускулы Гекко! Ладно, Кэтбой, держись за мою ногу. А когда я крикну «Летим», ты, Гекко, хватайся за другую. Итак, встречайте сверхзвуковую Олет. На старт, внимание, летим! Совиные суперкрылья! Получается, Олет! Ха-ха-ха! Я буду править миром! И на земле, и в небеса! Робот, отдай эту штуку! Одну минутку. Отдай ее! Но я почти прошел уровень. Кэтбой, ты следи за Ромео и роботом. А я попробую перенести Гекко к панели управления штаба и опустить туда. Верно! Тогда я деактивирую ракету в своей супермаскировке Гекко! Еще минутку. Ладно, но сделай звук потише. Супермаскировка Гекко!